Здравствуйте, друзья! Мы с вами в Санта-Крус. Тут какое-то велосипедное, даже не знаю, на гонку не похоже. Скорее всего, это какой-то пробег. Вот их там остановили полосатых. Действительно, что-то они как из зоны сбежали некоторые. Вот. И мы пересекли какую-то тропу. Вот им сейчас дали отмашку. Они поехали. И вы... Такое ощущение, что вы их сейчас увидите. Они справа у нас сейчас пойдут. Ну-ка, смотрим. Вот они справа точно полосатый. Все остальные. Номеров на них нет. С рюкзачками. Наверное, они просто так катаются, да, Свет? Наверное, они за мир. Явно они за мир. Они да? За мир, наверное, да. Они куда-то бегут. Да, крикни в окно что-нибудь. О-о-о! Миша, что, с ума сошел? Я шучу. Но... Друзья, мы знаем что, все, что Света не такая. Я просто... Что Света не кричит в окно. Да. Ну, проехали и ладно. Вот. Главное, что они, видишь, они блокируют дорогу, нужно тут очень... Ну да, да, они как-то так. А там впереди есть какая-то пробочка, да, или что там? Нет, просто светофор. Нет, там светофор, но там впереди вот такая же группа проехала уже. Угу. И они, слушай, видишь, а жарко они, как? Они теперь между... Жарко сегодня, да, Свет? Или ну, что? Или просто в машине? Машина накалилась. Вот, друзья, не покупайте машину черного цвета. Да, ну, других не было, я и не хотел черный. Да просто. Не выдумывай, других не было, были другие день подождать. Было ну, так день подождать, а в тот день, когда мы пришли, не ну, было. Ну, что, так приехали на следующий день. Друзья, к нам присоединяется еще одна группа велосипедистов, полосатых среди них. Я вижу в зеркало заднего вида. Сейчас они справа пойдут, у нас такой интересный сюжет о велосипедистах справа. Правый уклон у нас сегодня в велосипедах. Называется помеха справа. Девушки такие, крепкая девка-то впереди была. Помеха справа. Крепкие они. Там идут. Нет, они явно организованно идут. Это не просто так, знаешь, вот им... Кто же там хорошая ромашка сзади торчала, очень хорошо. Ромашка была. Слушай, а эти вообще как с одного инкубатора, ты видишь они? Может, они братья. Ну, вот, может, они еще сами и дизайнеры. А там еще группа скопилась. Знаешь, такое ощущение, что они как-то большой толпой едут. И там стоит человек с флажком, вот который сзади остался. Человек с флажком, ему там он машет. Сейчас еще группа велосипедистов. Друзья, вы увидите сейчас еще одну группу. Она уже пересекает дорогу. Вот, вам пока не видно. Вы видите только тут пыльные всякие жаркие тропические виды. И вот первый в очках такой, женщина, что ли, даже не пойму, приближается. Женщина. Вот. Федекс у нее не просто. Федекс, да. Даже... Это, может быть, они как-то за... каждый у них какие-то промоушены. Кстати, у них совершенно разные мундиры. Нет, это промоушен, может быть. А вот ты знаешь, что вот тут некоторые, которые синенькие с красненьким, они против спида. Майки. А, ну вот это им выдают. Видимо. Не в смысле, что майка предохраняет от спида, а что они борются. Здесь все вот эти пробеги, они устроены таким образом, что люди платят деньги довольно большие. За что? За право участия в таких пробегах. И, наверное, вот в зависимости от того, от кого они представляют, да, то ли там спид, то ли Федекс, то ли что-то, поскольку они деньги вот, смотри, заплатили, еще то тут им дали еще майки добавляются. Соответствующие. Ты знаешь, мать, я не знаю механизма этого. Мне кажется, что спонсоры должны быть какие-то организации. Ну, я знаю, что довольно дорого стоит участвовать. Это не, правда? Да, это не бесплатно. То есть сам педали крутишь, так еще и деньги платишь. Ну да, потому что это же благотворительное все, эти деньги там идут куда-то. Угу. А что ты думаешь, они написали, подожди, ну, против спида и все? Это же деньги пошли на это. Да, человек решил не встревать в эту линию и как-то решил обойти, да? Тот, а что куда ему слева. Отходить? Я не знаю, но мы стоим. Мы уже стоим. И еще одна группа велосипедистов нас уже догоняет. Да, но там же догоняет. Красный светофор, мы не просто стоим. Светик, если бы светофор иногда как-то позволял двигаться, так он, его краснота как бы односторонняя. Хотя нет, вроде там на пару корпусов подвижка произошла. А эти все едут. Ну, о, слушай, сзади их там подвалило. Ой, какой большой. Друзья, поехали. Смотрим. Крупный мужик, да. Девочки. Да. Вы видите, по майкам вот тоже. Эти против спида. Это ну, красный да, с желтым. Да. И вот эти тоже против спида. Их тут много. Уже говорят, лекарства нашли против спида. Есть лекарство, насколько я знаю, которое позволяет притормозить болезнь, чтобы она не развивалась. Это раньше было. Но если она уже появилась, то как бы ее не убить. Так, нет, насколько ну, я знаю. Как бы уже вроде бы. Что ж такое? Знаешь, вот никогда еще мы не стояли столько
на светофоре. Ты знаешь, что-то какая-то аномалия в этом есть. Ну, им нужно велосипедистам всем пересечь большую дорогу, там в три полосы движения. Может быть, как-то... Слушай, они такое ощущение, что в очередь тоже там собираются. Ну да. Велосипедистам тоже тяжело. Они сначала стояли в очереди, чтобы проехать мимо мужика с красным флажком и выехать на улицу. А теперь они накапливаются. Вот зеленый свет, видишь, но сейчас они поедут. Светик, я понял, что произошло. Поскольку, видимо, они едут прямо, а если ехать прямо, то вы приедете, друзья, в университет Санта-Крус, города Санта-Крус. Значит, поскольку они должны едут прямо, то, соответственно, из-за них невозможно повернуть направо. Я думаю, вот что происходит. Ну да, там светофор поменялся с зеленого. Ну правильно, когда светофор становится зеленым, они едут прямо. Да, и все. Соответственно, машины не могут двигаться. Ну, вообще говоря, они должны были пропустить какой-то... А там стоит вот распределитель какой-то, там стоит... Тоже с флажком человек? Ну, наверное, потому что не могут же трафик так не пропускать совсем. Ну, много, да, да. Уже много там стоит человек, который управляет процессом. Да. И они, наверное, перемешку это делают, но все-таки их слишком много. Ты знаешь что, может быть, а тут нельзя проехать двором? Я не уверена. Сейчас я думаю, нельзя ли тут двором. А вот сейчас вот мы посмотрим, там машина выезжает, если она выйдет куда-то в другую сторону, чем сюда, значит, можно. Так, если можно двором проехать, мы проедем двором. Сейчас вот она выползает там, видишь? Да, нет, такое ощущение, что она к нам нет, едет. Нет, она к нам едет, да. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Надо было, хочу, конечно, занять эту полосу. Развернуться, надо было и выехать куда-то, и проехать там напрямую. Ну, уже все, попали уже. Ну да. Хочу сказать, друзья, что не так сложно ездить на велосипеде. Поехал немножко. Там постоял, поехал еще, постоял. Вот женщина в черном таком жилете, у нее сверху итальянский флаг, такой узенькой полосочкой, видишь, там зелененькая, беленькая, красненькая. Угу. Итальяно, да, такое. Фасинабль. На мексиканский похоже тоже. Эти же цвета на мексиканском. Может быть, да. Я не так точно, не так тонко знаю цвета. На мой вкус так это итальянский. Ну что, Света, у нас получается интересный сюжет, вот мы снимаем о прохождении светофора, да. Ну вот сейчас их пропускают, вот этот распределитель, этот стоит и говорит... Там есть человек с флажком? Ну он не с флажком, он такой, в такой зеленой фуфайке. Так, городское. В зеленой фуфайке стоят городские службы. А этот заехал. Пропускает, и опять, видишь, красный идет. То есть тут такой зеленый кратковременный. Да. А их все прибывает и прибывает. Господи, да мы-то вообще не понимаем. Ты знаешь, я-то думал там их... Посмотри, их еще прибыло вон. Да, и да. Еще сзади идут. Света, здоровая у нас молодежь растет. Здоровенная. Это правда? Ну, вот. Хочется повернуть все-таки направо. Ну, так может уже налево повернуть и там развернуться? Я даже не... Я бы повернул куда угодно, но поскольку направо, друзья, направо это поворот в сторону хайвея. И люди так прямолинейно норовят проехать в сторону хайвея с правым поворотом. А правильно было бы, конечно, поехать слева. А вот смотри, вот машины сейчас их заблокировали, да, и уже да. Следующая порция не сможет к ним так быстро поехать, пока эти машины не уедут. Какие машины? Ну вот две вот машины встали. Видишь, следующая порция этих самых. Так нет, эти машины-то, они же... Ах ты, я понял. Они стоят в обычной полосе. Они стоят в велосипедной полосе, на самом деле. Нет, это справа не велосипедная, это обычная полоса. Мы из нее всегда поворачиваем, кстати. Ну да, но вот они заблокировали следующую. Они заняли полосу, да. И уже следующая машина сзади стоит, слышишь? Вот уже все. Угу. А, все машины, слушай, это мы, наверное, такие глупые. Все машины дружно выстраиваются в эту полосу, так, чтобы перекрыть этим велосипедистам проезд. Давай мы тоже будем направо мигать, но тогда нам придется пропустить всех вот этих, которые тут накопились. Светик. Давай мы попробуем все-таки оставаться в этой полосе, потому что справа, вправо нам некуда уйти совсем. Тут еще какой-то... Ой, слушай, там еще группа, Видишь, они обходят машины, они не хотят ждать, пока машины проедут, они как бы своими такими путями. Ты понимаешь, как, если бы наша полоса просто прямо... Вот, видишь, просто прямо проехала. Прямо и налево. Прямо и налево. Оно же и направо, Света. Направо, да. Вот сейчас их, видишь, вот их сейчас притормозили, малька. И дают, да, вот они едут, видишь, все перекрыли. То есть направо вообще невозможно повернуть. Ну, как бы получается, направо только они. Ну, вот хотя и они прямо едут. Он теперь машинам разрешает по одной. Видишь, он машине говорит, давайте там две машины. Давай, может быть, нам тоже. Давайте, ну, наверное. Нам тоже разрешат, давай. Ну, разрешили. Ну, мигай же направо. Да вот он говорит, давай. Ну так а куда же я? Осторожно.
там позволяет немножко. Хоть быть велосипедисты сжались немножко. Так. Нам заправиться еще нужно. Доправо? Да. Thank you. Okay. Поблагодарили дядьку. Все, друзья, прощаемся с вами, едем направо.